Всем привет! Сегодня я снимаю для вас распаковочку от магазина мыла Опт. Заказала на сумму, которая предполагает вообще бесплатную доставку, так что вложилась, все классно. И вот сейчас хочу вам показать товары. Значит, первый товар — это флакон Элит 50 мл. Я его часто заказываю. Вот, они такие идут аккуратненькие, они для лосьончиков, для всяких тоников хорошие. Вот, я их заказала там штук 20, наверное, в этот раз. Всех их проверила, вот, перед тем, как вам записывать, они все целые. Вот так вот, можете их смотреть, вот они такие идут. Потом, значит, у меня сухоцвет лаванды 5 грамм. Вот, они идут в зип-пакетиках, вот такая вот фасовочка. Вот, если можно так увидеть, вот так лучше. Пахнет лавандой, закрыто. Я его не открывала, оно и так через пакетик пахнет, но ничего не вываливается. Так что все аккуратненько. Так, потом у меня силиконовая форма алфавит. Я ее уже спрятала сюда. Если получится, вот я ее покажу. Вот так вот, значит, она идет. Все буковки. Русский алфавит. Я думала, что она меньше. Она, как в принципе, стандартная, она больше. Вот можете смотреть. Нигде нет никаких там разрезов, порезов. Она очень эластичная, удобная. Вот. Так что такая она идет желтенькая. Потом силиконовая роза, силиконовая форма 3D розы. Вот она. Я еще не распаковывала, специально оставила его. Так, здесь идет инструкция. Сейчас мы ее распакуем. Ну-ка, открывайся. Это элитовская форма. Инструкцию я убираю. Там же все наизусть знаю. Так, вот она такая идет внутри. Такая структурная, текстурная. Мягкий, эластичный такой силикон. Не тонкий, чистая, без посторонних запахов, т.д. и т.п. Потом пипетка пластиковая 3 мл. Вот они сейчас такие идут. Вот она. Тоже я сколько заказала пипеток, все попроверяла, все нормальные, то есть вообще проблем нет. А потом пальмовое масло 500 грамм. Мне вообще оно очень нравится, оно здорово увлажняет, наряду как с кокосовым. Вот, пальмовое масло в ведерке, 500 грамм, белое ведерко такое, там оно запакованное, можете видеть, вот оно все. Так, потом палочка стеклянная 25 сантиметров. Обычно ребята вот пакуют такую вот, что-то, стрейч-пленка, наверное. Сейчас будем распаковывать. У меня там две штуки я заказала. Я когда бальзам варю, то мне очень удобно им мешать. За руки можно не волноваться. Так, открываем, смотрим. Такие вот они палочки. Стоят копейки, а пользование удобное. Смотрите, вот она такая. Одна целенькая. И вторая тоже целая. Вот такая она, стеклянная палочка. Потом мягкая мыльная основа кремообразная Англия. Вот в таких вот штучках она идет. 200 граммочек. Она заполненная. Так. Масло какао нерафинированное. Когда открываю посылку, сразу услышала запах какао. Вот этикетка сама идет. Масло какао. Это не видно. Вот оно, да. Здесь 100 грамм. 100 грамм хватит ненадолго. Аромат классный вообще, супер. И горовая камедь. 50 грамм для в качестве загустителя она идет. Все, это вся моя посылка. Я довольна. Я уже давно хотела снять распаковку. Ребятам всем спасибо за работу. Все, пока-пока.